Оба именинника number one. Eminem – первый белый рэпер, завоевавший мир. Таркан – первый певец, завоевавший Европу песнями на турецком. Стоило Эминему отрастить бороду, именинники стали похожи. Таркану борода идет, а поклонники рэперов взбунтовались, стали собирать голоса в сети. Эминем, мы восхищаемся тобой, но тебе не идет борода. Избавься как можно скорее. Послушал ли их Эминем? Конечно нет, на то он и Эминем. Именинники будто на постоянной подзарядке. В 47 по-прежнему на драйве. Еще и заботливые отцы. «Я люблю папочку» – надпись на носочках годовалой Лии, дочери Таркана. «Папочка тоже любит тебя», – написал певец. Таркан женился в 43 на своей фанатке. Теперь растит фанатку дочь. А вот дочь Эминема, Хейли, не фанатка. Слава отца ей не нужна. На ее личной странице нет упоминания об отце, хотя все и знают, как они близки. Ее портрет на правой руке Эминема. У рэпера есть и приемные дочери, Уитни и Лейни. Всех он балует бриллиантами. Этой весной впервые за 10 лет Таркан побывал в Москве. Сделал это эффектно, все его узнавали. Эминем же любит быть незаметным в своем капюшоне. У него 15 Грэмми и Оскар за песню к фильму «Восьмая миля». И ни одна награда не отобразилась улыбкой на его лице. Но сегодня Таркан, но улыбается из-за второго именинника.